Что-то мне... А, подождите. Я работаю. Ну, если на меня подписано, я блогер. Вот. И моя работа – блогерство. Это будет, когда на меня подписано. Соответственно. Воспитателем детского сада работаю. Фирменная, фирменная прическа с как его называют? С фен-расческой бэбилис. Мне все, кстати, 1000 людей задают все время вопросы, как вообще я это сделаю. Что-то из запросов не вижу. Кто хочет добавиться ко мне в прямой эфир, заходите в этот запрос. Сейчас я приду. Где там? Там? Так, я сейчас как бы ready сосы, там. Какие-то новые внешние, только вот одноразовые, которые. Не джоу, сейчас. Просто я перестала лайк искурить. Тут я молодец, я уже перестала курить почти. Здравствуйте, есть вот эти всякие... Стики? Да, только не, не стики, какие-то сигаретки типа на 300 раз затяг или что-то такое. Типа джула, только одноразовые. Не смогу вам сказать, вот такие штучки, если есть. Потом есть для одной стики, все, вот три вида у нас только. То есть получается, ну только стики, да? Ну да, да. Да, спасибо. Короче, нет, тут здесь. Я хочу это. Ладно, подальше. Сам аппарат Logic. Я хочу тут одно раз, если можно. Так. Ты, который с огонечком на конце ищешь? Вообще не знаю, какие я ищу, если честно. Вчера, короче, я была на съемках, и девочка пришла, а... У нее какая-то одна, вот такая маленькая палочка. Нет, не палочка. Палочка это типа джула или что-то такое. А тут вообще такая красная была. Курила. Я бы взяла попробовать. Мне так понравилось. Правда, крепковатая чуть-чуть была, мне показалось. Ну, прикольно, мне очень понравилось. Вот. И я типа тоже хочу себе взять попробовать. А если мне понравится, типа, тогда взять за джулу или еще там что-то там. Вот. А так просто. У меня же есть айкос, и я его что-то перестала купить. Так, давай поговорим, прими за пуштом. Подожди. А, подожди, тебе наушники, Алена. Это мои чувства. Так, привет.
Тат, почему ты решила перекраситься в темную? Слушай, не знаю, я год, почти год к этому шла, каждый раз приезжала, каждый раз что-то придумывала. Привет! Привет, Татуль, привет. Как дела? Хорошо, как у тебя дела? Малышка с тобой? Нет. Чем занимаешься? Еду в машине, а ты? А ты? Скажи, мама с тобой? Мама в Китае. Мама в Китае. Я ничем, зашла с мужем поужинать. Типа обеда, а. Точнее. А, прикольно, ты откуда, из какого города? Из Донецка. А, прикольно, как у вас там погода? Да, как обстановка. А, так тебе или уже лучше? Да. Так. Но получше, чем было хоть раньше? Ну, получше, получше, но не особо, знаешь, как бы, ну так. Дай бог. Сколько Бетти? Бетти уже 2,7. Сад ходит? А? Нет, все. Я поняла. Ну хорошо, тут связь плохая, прерывается. Ладненько, давай тогда целую давай, тебя, пока. Половине, давай, пока. Так. Так, привет, а где твоя вторая серьга? Я сегодня решила вот так сделать. Типа здесь коротенькую, а здесь длинненькую. Типа так модно сейчас. У меня одна сережка короткая, а другая длинная. Так, Тата, не исполняй, да я тебя прошу, что я исполняю. Так, не подключай никого, пожалуйста. Не, почему иногда прикольно с кем-то поговорить. Просто не со всеми завязывается, если честно, разговор. С некоторыми прям льется рекой, а с некоторыми не очень. Так, как ты делаешь укладку? Девочки, тысячу раз я им рассказывала, что я всегда делаю укладку на Babyliss. Хочу себе, конечно, приобрести Dyson, но у меня есть Dyson фен, вот в чем проблема, но у меня он обычный, не стайлер. Теперь я хочу стайлер. Поэтому у меня один Dyson, а другой у меня Babyliss. И вот как раз-таки на фен-расческу я укладываю все на Babyliss. Сушу сначала все Dyson, потому что он сушит мгновенно волосы, не пересушивая их. И потом я уже начинаю работать с... Все, у меня зарядка села. Потом я уже начинаю работать с фен-расческой. Я вот укладывалась, кстати. Я очень быстро укладывалась. Я что-то там не стала выкрутасы какие-то делать. Мне было очень лень. Но в целом все равно шикарно. Ну, так вообще лучше бывает делать. Так, что с голосом? В смысле, все нормально с голосом? Что может быть с голосом? Так, привет, как вчера все прошло? Ой, все круто прошло, скоро будет такой крутой видос, невероятный, просто невероятный. Я не знаю, можно ли о нем говорить, но он выйдет через 2 недели. Вот не сильно прям, так скажем, сильный в плане там эмоций. А вот который мы вчера снимали, это вообще такая красота. Я так рожала, вы бы меня видели, как я отыгрывала. Это просто, это ко мне, я такая молодец вчера была. Вот какие-то такие делишки. А уже же нету, да, по городу табачек никаких так не существует? Или иногда бывают где-то? А в красном-белом, интересно, продается такая фигня? Даже вы не понимаете, какая фигня. Просто уже существует джулс красный. Джул красненький, такой красивенький. Не-не-не, это прям одноразово, она мне вчера сказала. Это ей, она там, он одноразово 100% эта штучка. О, блин, надо сейчас ей позвонить, может сказать. Магнолия сейчас будет, там одноразовый. Да? Ой, давай, спасибо.
Так, опять она про укладку, про волосы. Похоже, кризис жанра. Баб. Слушайте, ну, девочки, ну, если это... Слушайте, у меня больше женский блог. Эти женщины спрашивают меня, как укладывать волосы. У меня всегда волосы ухоженные, всегда красивые, всегда блестящие. Посмотрите, как они блестят. Поэтому, хотя у меня нет, я не делаю даже... Я даже не делаю элементарно перед укладкой защиту на волосы. Я ничего не делаю. Посмотрите, какие они блестящие. Никакого масла, ничего. Надо все это... На самом деле, хочу это все сейчас приобрести, сделать. Только надо свои продукты найти. Потом, почему бы не узнать, как свою голову привести в порядок, моя дорогая? Так, можешь ссылку кинуть, где можешь заказать? Девочки, я не знаю, я свой фен купила 3 года назад, понятия не имею. Могу только дать название, вот Babyliss Brushing 1000, Brushing 1000. Больше, в принципе, я ничего про это и не знаю. Да, сейчас пишу. Здесь я вижу только Айкос. А у вас есть одноразовые сигареты, вот эти электронные? Только одноразовые, не такие, как Айкос. Нет. Нету. А вы не знаете, здесь табачка где-нибудь есть? Тоже без понятия. Интересно, так же получается. Это мои чувства, это моя вера. А зачем я дура пуховик не взяла? Мне вот интересно. Вообще молодец. Короче, там тоже нет. Сегодня не судьба мне покурить. Ладно, это будет наш последний шанс. Если здесь уже не будет, я больше не потерплю. Вот. Алло. Да, привет. Я перезвоню сейчас чуть-чуть, через 5 минут. Бутылку сейчас сожрём. Нету ничего тоже. Чекушечки есть, а покурить нет. А как это так? Выпила и покурила. А с левой стороны тут какой-то стенд у них, он стоит, было видно. А ни хрена там, ничего нет. Я подошла, спросила, там они все как коршуны сразу. Не похмелились, значит, еще. Женщина, замри. Так, красивые волосы, улыбка, красивые. Так, звука не было, я не знаю, почему звука нет. Блин, холодно, девочки. Я, конечно, очень глупо оделась. Я оделась... Это сейчас... Такая холодрыга, я в кожаной куртке, в футболке. Вообще не поняла прикол, зачем я так оделась. Я хотела сверху типа куртку взять, я куртку забыла. И вот я теперь хожу в одной кожанке. И только сейчас, когда в магазин пошла, догадалась, что так плохо. Так, солнышко, как дела? Спасибо большое. У меня все хорошо. Шампунь класс. О, я очень рада, что понравился шампунь. Мне много девчонок пишут и говорят, что шампунь просто бомба. Я очень-очень-очень рада. Да, ты скинь ссылку на них, я по сигаретке. Я так, я сама не знаю, что за сигаретки. Вижу, уже 45 магазин заезжаю, не могу найти. Так.
Наушники, походу, к машине подключены, ты вышла. А, точно. Наверняка. Я чем буду рассказать? Так, вы курите, но так иногда, ну и то. Чуть-чуть. Раньше, кстати, курили. Сейчас уже могу сказать. Айкос курил, Айкос вообще больше не курил. Ну вот сейчас хочу эту штучку попробовать, просто побаловаться, как мне хочется. А так я, кстати, реально, я молодец, я уже сколько-то не курила. Я такой первый раз в жизни. Так, Татуль, скажи, пожалуйста, название шампуня. Девочки, это легендарная олива от Гарнье. Это легендарная терапия. Вот, кстати, ну правда, вот посмотрите, как волосы блестят роскошно. Правда, мне уже краситься надо. Но блестят они. Это без каких-либо, да, до и после эффектов, то бишь, там, допустим, защиты для волос, плюс там какого-то масла для волос, да, закрепляющего вуаль и так далее и тому подобное. У меня ничего нет. То есть я утром помыла голову на легендарной своей оливой. И вот их уложила. И вот так они блестят. Красиво. Они реально блестят. Прям реально блестят. Так, вы песню пели. Скажите, пожалуйста, кто поет? Не знаю, какую песню я пела, не помню. Когда пела. Так, покажи свою сумочку. Вот моя сумочка. Подождите. Вот моя сумочка. Этой сумочки Эрме практически ни у кого нету. Это большая редкость. Кстати, мне этой сумки уже тоже очень много лет, но... Я горжусь этой сумочкой, потому что ее практически ни у кого нет. Но, кстати, вот единственное, у кого вижу, только у Решетова, и все, и практически больше ее ни у кого нет. А, ой, блин, сколько вопросов пропустил. Так, давайте вопросики. Что-то ничего не понятно. Что-то ничего. Кто о чем? Кто в лес, кто по дрова, ни хрена не понятно. Ты очень крутая, я тебя люблю. Иришечка, спасибо большое, мне очень приятно. Так, куда едешь? Еду на работу. Сейчас мы будем записывать всякие видосы для ТикТока. Ай, для Инстаграма, естественно, тоже. Ну, просто Манюша для ТикТока поют, а мне пойдут они в Инстаграм. Крутая сумочка, как и ты, спасибо большое. Когда из магазина выходили, в машину садилась, в смысле, конечно, я же в машину садилась. Что, мы уже приехали, что ли? Да. Боже, как грустно. Боже, как грустно. Это тут, по-моему, где-то здесь вы можете найти. Тут пятерочка, не пятерочка. Ладно, мне лучше покажите прям вот мое точное пункт назначения, где должно Я не думаю, что AG Loft, да, вам, наверное, да, нужен. Да, да, Loft точно. Да, просто.
пришла одна девушка. Они уже расстались месяц назад. Водичку люблю, гратешка, спасибо. Добро пожаловать на юг. Покажи, пожалуйста, свой легендарный шампунь. Девочки, он так называется, легендарная олива. Чьих машин просто я не вижу.